Иван Казаков – юное дарование Кузбасса. Музыканту вручена губернаторская стипендия. Как выяснилось, он одарен не только творчески, учится на отлично. Мы встретились с молодым человеком. Любимый предмет Ивана Казакова – математика. Выходить к доске – норма. Тянет к знаниям, признается школьник. Также легко даются физика и история. А вот дневник и журнал предметов не различают. Там одни пятерки. Девятый класс. Закончен на отлично. Да и на текущий учебный год у Ивана большие планы. К слову, междуреченец имеет звание «Юное дарование Кузбасса». На этом остановимся подробнее, перейдем к музыке. Математика и музыка могут дружить и идти рядом. Математика – наука логическая, логическое мышление. И те, кто знает математику, хорошо разбираются в музыке. Я думаю, да, его можно назвать юным дарованием. То есть он успевает во всем. Понимаете, за какое бы дело он ни брался, он отлично справляется. Пианист музыкальной школы номер 24, победитель областных, региональных и международных конкурсов. Один из последних прошел в Санкт-Петербурге. Третье место на этом всероссийском фестивале – совместная победа Ивана Казакова и Оксаны Груенко. Именно она вывела своего ученика на высокий уровень, признается пианист. А пришел-то в музыкальную для общего развития. Оказалось, талантлив. Она очень понимающая, с ней иногда просто поговорить можно на уроках. И большая часть всех моих достижений также зависит от нее, потому что она искала все эти конкурсы, смотрела, какие произведения надо там играть. Какие произведения мне будут по характеру подходить. Настойчивость родителей, папа, кстати, тоже музыкант, мастерство и опыт педагога и упорство Ивана подарили междуреченску юное дарование. Сейчас фортепиано для него отдушина, а исполнение отличается проникновенностью. Послушайте сами. Юное дарование Кузбасса. Иван Казаков продолжит осваивать искусство. Настроен решительно и на учебу. Уже определился с вузом и направлением. Все-таки техническое. После окончания лицея отправится в Санкт-Петербург. Ирина Коваленко, Сергей Еремин. Новости «Мой Междуреченск».